Жители микрорайона Айкап несколько лет находятся в ожидании строительства централизованной канализационной системы. Аким заверил, что уже этой весной подрядная компания приступит к работам. Весной начинается строительство канализации. В следующем году объект сдадим в эксплуатацию. В управлении энергетики говорят, конкурс госзакупок завершен. Строительство начнется в мае. Объект переходящий на 2025 год. Общая сумма проекта – 1 миллиард 200 миллионов тенге. В прошлом году была разработана проектно-сметная документация. Все тендеры по государственным закупкам завершены. Идет судебное разбирательство по службе технадзора, которое сейчас решается. Строительные работы начнутся в мае, но следует отметить, что строительные работы завершатся не в этом году, а в следующем. В этом году в Шымкенте планируется строительство двух магистральных канализационных коллекторов и шести внутриквартальных систем. На это из бюджета планируют выделить почти 13 миллиардов тенге. Пока из 81 жилого массива к централизованной системе канализации подключены 25.